Ребята, привет, с вами Игнат. Я еду по ролику, вы уже поняли, что я еду в Газпром. Остановился возле этой беседки записать начало ролика. Офигенская беседка. Каждый год надо ездить в Ласточкино гнездо. Интересно, что там нового, поэтому все, едем в Ласточкино гнездо с этой ротонды, начиная. И, кстати, знаете, что мне интересно? Берут там деньги сейчас за въезд, не за въезд, а за парковку. Берут, не берут. Делаем ставки. Мне кажется, конечно же, что берут. Как вы думаете? Пишите комментарии. Сейчас увидим, в принципе-то. Вон корабли. Яхточка вон далеко плывет. Красота, конечно, с этой ротонды неописуемая. Неописуемая, да. И вот, красоту бы еще вот эту убрать, и было бы вообще хорошо. Но это люди-свиньи сидят в ротонде и выкидывают. Не без этого. Так, вон оно, гнездо. Все, я здесь, ребята. Вон оно, Ласточкино гнездо. Вон они, эти архаровцы, ходят, конечно, с чеками. Но в этот раз они что-то не подошли. В этот раз они меня почему-то не тронули своими чеками. Красоты, красоты. Вот этот мост, ребята, такой большой. Ну, он такой прям отрезок огромный. Я сейчас ехал со стороны, смотрел. Там же серпантин, вот так. Прям огромный отрезок. О, видно ласточки на гнездо. Ребят, выходим на площадку, на первую красоту. Кисло. Утром хорошо, никого нету. И там-то на Ласточкином гнезде вроде как пусто. Прогулочный катер, ребят. Мимо.
не с кем работать будет. Ну, то есть, как бы, ну, фильтрам. Блин, еще дней-то 10, а уже такая духотища, мне так жарко. Прям капец, как жарко. Уже пот сейчас градом пойдет. Да, в этом году в июне месяце, ребят, что-то жара такая прям. Злая. И море теплое приехало. Обычно еще ждать надо, чтобы оно было теплое. А тут оно уже с июня месяца, такое, как в августе. Забыл. Вот это парус, по-моему, скала называется. Забыл я, ребята. Гнездо. Ну ладно, я всем своим вон сколько лучи. Я всем своим подписчикам показываю каждый год эту дорогу. И все равно любят. Я знаю, как и я люблю, так и вы любите. Свежается. Столько теплоходов, один за одним. Точно. Потом же снимать. Вы переносите лишь аварацию, не надо, не подходите. Так, в ладошку Валерка опять дает, держите. Помню, что он это кусанул. Где мы были? В аквапарке. Давай. Назад пошел теплоход. Аж дымина какой от него стоит. Помогите, ребят. Всего лишь рубль, больше не пришел. Этот парень каждый год тут стоит. То ребенку, то еще кому-нибудь. Помогите. Так, а где это проход? Вот здесь, наверное. Что-то я забыл. Фу, наверху мы. Какие красивые корзинки с цветочками. Ласточки на гнездо. Проход бесплатный. Сейчас вся камера у меня будет в орошателях. О, какие орошатели сделали в прошлом году. Этот орошатель занял я. Кайф. Ну, ребят, красота. Вот здесь вот мне все время хочется закупнуться. Ну, это же пляж санатория какого-то, наверное. И почему-то там всегда нету народу. Такой большой пляж. Представляете, если бы он был открыт, тут, наверное, все бы смотрели ласточки на гнездо и купались. Что там сегодня? Арабески выставка. Горы и вот то, что там облака. Мы сюда залезем. Смотри, в бинокль уже все. Надо я вот так и кинула. Люди даже
джинсах и в джинсовых рубашках, офигеть. Фу, так это хотище. Живые деревья, вязать амулеты запрещено. Сейчас мы самое выгодное место еще посмотрим на гнездо и все. О. План максимум выполнен. Оба, оба, оба. Видов, видов, видов. Надо повыше еще залезть. Опа. Опа. Сколько тут бутылок оставили. Ну все, теперь мы на самом верху ласточкиного гнезда. Гляньте. Сволочи. Ребят, все, на фоне ласточкиного гнезда закончу я сегодняшний ролик с Гаспой, с ласточкиного гнезда. Спасибо, что его посмотрели. Подписывайтесь на каналы, на этот канал, на влоговый канал, ссылка будет в описании. Пишите свои комменты, лайкайте видео. С вами был Игнат, пока!